Здравствуйте, с вами Ломонос Петр. Сегодня мы с вами поговорим о том, какие сидераты можно посеять весной. Да-да, вы не слышались весной также можно высевать сидераты, хотя мы привыкли это все делать во второй половине лета или ближе к осени. В каком случае мы весной высеваем сидераты? Ну, во-первых, если мы осваиваем какой-то участок, осваиваем какой-то новый участок, так лучше 2-3 раза за сезон посеять какие-то сидераты, и сидераты лучше любой там, вашей химической мелиорации помогут улучшить состояние почвы. Ну, они и физическое состояние почвы улучшат, и обогатят ее питательными веществами. Далее, такой нюанс. Вот мы, например, выращиваем большие у нас градки, занятые под капусту, под огурцы, под морковку летнего пассива, ну и так далее. Конечно, эти культуры все будут сеяться, высеваться где-то во второй половине мая. А вот для того, чтобы земля не пустовала, на них можно, конечно, посеять какие-то зеленые культуры, но потребности наших семьи ну, не такие большие, чтобы занимать все э, зелеными культурами. Просто это напросто потом не будет употребляться. Поэтому, чтобы земля зра не пустовала, я весной высеваю седираты. Вот именно под эти культуры, которые я вам назвал. Что используют сидератов? Самыми первыми сидератов э, под все культуры, в том числе даже под помидоры, и баклажаны, и под кабачки, и под огурцы, э, и капусту, и даже тоже морковочку. Да, да, они говорят, морковку, хотя она и корнеплод, и не проносит вроде бы свежего навоза. Можно съесть сидераты. Самые хладостойкое это, конечно, озимая, озимая рожь и овес их уже можно высевать где-то в наших условиях как только-только чуть-чуть оттает почва где-то 15 марта после 15 марта уже можно высевать в открытый грунт эти сидераты до конца мая они дадут прекрасную зеленую массу и будучи заделанные почве они богатеют питательными веществами ну следующее по очереди что может может пройти уже с где-то с 10 апреля можно высевать все крестоцветные культуры. Что из крестоцветных культур сидератов? Это вы все знаете, они знакомые вам. Это редька масличная и горчица. Ну, раб я весной не, не советую, потому что он не дает такой большой массы, как эти две названные культуры. Также в эту же пору можно высевать ячмень. Овес съем в марте, яшмин съем в апреле, потому что яшмин более теплолюбивый. Яшмин также разрыхлит нашу почву, и растения будут развиваться гораздо-гораздо лучше. В смысле, что все сидераты мы потом плоскорезиком или тяпочкой берем ну, как бы срубаем и заделывать почву. Заделываем почву, э, температуры высокие в конце мая, начале июня, и наши сидераты очень быстро минерализуются, то есть почвы разлагаются. Поэтому я не говорил, что даже морковка на таком свежем, как бы свежей органике, которая в почве очень разложилась, она не ветвится, корнеплоды вырастают красивые и ровные. И вдобавок, что дает весенний посев сидератов? Значит, эти культуры есть как вот длительного периода, но есть у вас очень мало времени, вы попробуйте на своих градках развести крест-салат. Это замечательная крестоцветная культура, которая дает, значит, уже зацветает через 25 дней после посева. Собрал достаточно количество семена, вы можете использовать также у у каждого федерата на своих радках, Что дает? Значит, во-первых, все красноцветные культуры, попадая в почву, кроме, конечно, под капусту, их нежелательно, под капусту мы можем овес, овес рожь посеять и ячмень, вот, потому что они близкие, чтобы не болели, значит, они меняют состав микрофлоры почвы. Состав микрофлоры в почве улучшается, уничтожаются многие болезнетворные микробы, и наша рассада развивается гораздо лучше. Далее разлагаются, они дают доступное для растений питание. Питание очень хорошее. Оно в чем хорошее, что оно сбалансированное. То есть ни одной химической подкормкой мы не дадим такой состав удобрений, как у нас зеленая масса сидератов. Ну и земля используется более как бы земля. И в то же время не забываем, что у нас как бы лошадя не такие большие. Севообороты большие мы вести не можем. А вот такая посев сидератов весной как бы нам э, дает что-то похожее на севооборот. Соответственно, раз у нас что-то похожее на севооборот, значит наши культуры будут развиваться Гораздо, гораздо, гораздо лучше. Так что обращайте внимание на, на эти вопросы, высевайте смело любые, любые сидераты весеннюю пору. Ну, такие моменты я уже назвал. Никакие культуры вы также знаете. Только что узнаете, что на под капусту нельзя съесть крестоцветное, потому что они поражаются общими болезнями, и вы, наоборот, спровоцируете больший рост болезней. А вот более такие нейтральные злаковые сидераты – это, конечно, зам замечательный вари вариант. Так что используйте этот способ, получайте хорошие урожаи на своих участках. Это, во-первых, и экологически чистый способ, ну и дает очень высокий и хороший результат. Удачи вам! Хороших вам хороших вам урожаев. До свидания.